это А4, это Кози, это Робзи, это Эдисон, и еще целую кучу ютуберов. И что? Ты их подписчиков видел? Ну и что? Даже у Смайл Фредди почти миллион, так что вперед, иди собирай подписчиков. А? Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоза, и сегодня нас закинуло сюда поиграть в Action Tower, потому что мы достигли здесь уже 15 уровня, это значит, у нас разблокировался еще один слот для наших крутых всяких вещей. Давайте откроем, может, нам что-нибудь выпадет, и нет, кажется, нам не выпадает. Давай еще откроем, и нет, но здесь есть крутые легендарочки, ну хотя бы эпик какой-то нам выпал, и давай еще, сколько у нас последний раз, эх, не выпал нам здесь супер редкий предмет, но зато у нас есть шанс попробовать здесь пооткрывать, давайте. А, нет, нету, потому что здесь стоит 500 золота, а у меня всего лишь 350, может, за квесты мне сейчас дадут, давайте заберем, мне дают только самоцвет. И давайте, а, подожди, еще что-то, да, у нас здесь выполнилось, то, что я не заметил, ежедневный квест. О, монеты, выиграть сюжет какой-то, и может, у меня появилось? О, да, друзья, есть! Смотрите, у меня порох выпал. Что это значит? Что за порох? И где его смотреть? Где порох-то? У меня должен был быть порох. Я выбил порох, вы же тоже это видели, друзья. Но почему-то у меня нет никакого пороха. Куда он делся? Куда делся мой порох? Не видать, может, в башне где-то? Нет, здесь его тоже нет. Странно, очень-очень странно. Куда-то делся мой порох. Но зато мы сейчас можем поставить вот такую башню с гранатами. Вау, башня с гранатами. Ну-ка, как мне ее надеть? Экипировать. Есть. Надо ее, наверное, сразу же немножечко прокачать. Так что давайте мы ее сейчас прокачаем, усилим и закинем, наверное, вот эту вот штуку. Вот это, наверное, нам не понадобится. Баррикады плюс закинем. И вот так вот, так, подтвердить. Вот так вот сойдет. Я думаю, вполне себе можно отправиться посражаться. И давайте посмотрим, на что мы будем способны. Давайте откроем еще немножечко. Может, выпадет что-нибудь в надежде, но нам ничего не выпадает. Ладно, погнали защищать нашу родину. И, кстати, у нас есть новый режим, режим бесконечности. Я сюда еще не заходил. Есть, ой, что это, космический корабль какой-то. Шанс выпадения предмет каждые 10 волн. Ну-ка, давайте попробуем сходить, посмотрим вообще, что это такое. Потому что я только что поднял 15 уровень и даже не знаю, что это за место. Вау, я где-то в космосе оказался на космическом корабле. И как мне выжить? Мне, наверное, нужно просто строить здесь вот такие всякие штучки. Откуда на меня будут нападать, друзья? Я не знаю. Непонятно пока что, непонятно. Через 2 секунды мы увидим, откуда будут нападать. И давайте нападать. Ага, вон, смотрите. А, вы со всех сторон сразу нападаете, что ли? Ничего себе. Смотрите, со всех сторон нападают. Обалдеть. Ну давай, мы будем отбиваться сейчас. На, получай. Воу, эй, полегче. Что вас тут так много-то? Они уже сразу начинают дамажить по моей башне. И надо защищаться, и мы будем строить сейчас еще дополнительные ракетницы, чтобы они отстреливались. Тут даже какие-то снеговики в космосе нападают. Воу, полегче. Жесть, одному здесь нереально выстоять, друзья, нереально, вот с этой стороны. Смотрите, сколько их просто, сколько же вас здесь, как мне против вас справиться-то вообще? Просто никак, вот здесь это еще снеговик идет. Нереально, нет. Ух, ну давай, может быть, сейчас еще одна волна начнется, давай. И мы построим еще одну ракетницу вот с этой стороны. И все, вроде бы со всех сторон более-менее так защищены. Воу, жесть. Здесь, смотрите, уже с дубинами идут, ребята. С дубинами им надо помогать. Да у нас самое слабое место пока что это вот здесь.
Хоу, давай отбивайтесь, отбивайтесь. Надо еще, наверное, построить. Давай денежки, денежек не хватает даже на следующую волну. Печаль, друзья, беда. И давай, 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 мы пока здесь будем отбиваться, копить коины и сюда сейчас еще поставим. Ой-ой-ой, нет, а ну стоять. Стоямба. И давай еще. Фух, я 4 ракетницы поставил. Не знаю, есть ли здесь вообще лимит на ракетницы или нет. Но вроде мы сейчас должны отбиваться со всех сторон. Более-менее нормально. Вроде нормально пока что все живем. Пока все хорошо. Здоровье у базы, конечно. А вообще, совсем чуть-чуть. 11 из 100, друзья. 11 из 100. Нужно больше дерева. Нужно больше... Ой-ой-ой, парашютисты. Прям сюда десантируются. Обалдели совсем в край. Жесть. Давай, давай, уничтожай гранатометчик. Нет, они издалека могут бить по моей базе. Вот это плохо, очень плохо. У них еще очень много здоровья. А, что это такое? На мне какая-то штука висит. Давай построим вот такую башню еще одну. Посмотрим, как раз, может быть, она у меня хорошо будет сдерживать. Давай, следующую волну. Зомби, метатели атакуют только башни. В смысле, только башни атакуют? Так, ну вот это башня, да? А вот это у нас ракетная установка. Это не башня. Странно. Но я надеюсь, то, что мы справимся все равно. Должны справиться. Ну-ка, смотрите. А у нас... Гранатометчики работают здесь. Здорово, все хорошо. Пока все хорошо, друзья. Пока вроде отбиваемся, это уже 6-я волна. Давай следующую волну. Надо еще башню поставить. Еще поставим с этой стороны башню. Ой-ой-ой, а вот это вот плохо. Башни у нас разрушают. На. А здесь башни наши даже не хилятся. Да, только мы здесь можем восстановить здоровье. А ну стоять, засранцы. Хоу, давай. Теперь вот эти, может, мы построим катапульты хотя бы, пускай будут катапульты. О, прям на ракетах летят. Ничего себе. Заморозили, замораживают. Смотрите, они замораживают мои турели. Нет, нам хана, кажется, сейчас будет. Хоу, давай следующую волну, наверное, быстренько позовем, чтобы поставить сюда тоже гранатометчиков. Ой-ой-ой, одному как тяжело, друзья. Очень-очень тяжело. На, получай, с ракетами здесь этого уничтожили. О, так, но пока я еще не получил ни одного урона с тех пор. Но кажется, в скором времени я уже получу. Мне кажется, вот эту мою ракетную установку сейчас уничтожат. Ей надо восстановить здоровье. Мы восстановили, но этого мало, друзья. Этого очень мало. Мало, нет, они уничтожают меня. У меня так мало здоровья осталось. А ну стоять, клоун, стоять. Башню разнесли. Все, это конец, это конец. Нет. Но это было очень жестко. Одному здесь реально просто нечто. Ну-ка, давайте забираем здесь награду. Может быть, у меня хватит сейчас самоцветов. Может, мне башни дали какие-нибудь. О, опыт дали. Ничего себе. И как-то мне экипировать можно, да? Или что это такое? Может, это для усиления башни какой-то? Ну, давайте посмотрим. Смотрите, у меня есть вот такая вот башня. Усиление. И мы... О, 10 уровней сразу. Обалдеть. Круто. И сейчас давайте попробуем прикупить. Хватает же, да? О, смотрите здесь. Упала такая стрёмная штука. Какая-то машинка есть, которая ракетами стреляется. И, по всей видимости, ядерными. Ну, давайте мы отправим сюда. У нас же здесь тоже, но... Так, эта игра не готова. Новая вот, древняя пустыня с новыми монстрами. Давайте попробуем сейчас пойти. Я первый уже здесь режим прошел. Сейчас посмотрим на второй. В первом, конечно, было очень сложно, но я справился. Здесь будет еще сложнее, по всей видимости. Так что давайте мы сразу подготовимся как следует. И кто же на меня сейчас будет нападать сходу? На меня вон, смотрите, какие ребята нападают. И я, наверное, сразу же с ними здесь буду сражаться. На, я буду защищаться до последнего. Потому что здесь еще летающие есть монстры, которые вообще с легкостью нам могут навалять. Поэтому мы будем отбиваться от них прямо здесь.
И строим, наверное, мы теперь вот здесь вот, или где, с этой стороны. Давайте с этой стороны будем строить гранатометную линию. Пускай у нас здесь работают гранатометчики. Вот так вот, все, они будут кидаться гранатами. А вот и клоуны, кстати, уже, смотрите, клоуны понаехали. На, получай, получайте, клоуны. Они огнем на меня дышат, ничего себе. Всех уничтожил. Все, уничтожили клонов. Надо еще ракетницу на всякий случай, потому что сейчас полетят. Полетят засранцы. Давай строим ракетницу. Все, ракетница так есть. И еще одну, наверное, надо. Желательно еще одну ракетницу нам сейчас поставить. Вот эти засранцы тоже очень у нас неприятные. Очень неприятные, потому что они кидаются камнями по моим башням. Это плохо, так быть не должно. Давай уничтожаем. Сейчас следующая волна. И мы достроим сейчас ракетницы. Ракетницы у нас будут стоять вот здесь. И еще одну мы построим вот здесь. Все отлично. Отлично. И теперь мы еще вот здесь вот начнем строить баррикады, чтобы они агрились на них. Но это у нас такие баррикады, прям с лезвиями, чтобы выдерживали урон и еще получали урон от лезвий. Поэтому мы их будем ставить. Сейчас у меня побольше, конечно, всего. И мы должны больше выдерживать. Я 16 уровень. Вау, ничего себе. Вот это, конечно, я хорошо продвинулся. Сейчас здесь всех этих клонов мы поуничтожаем. А, кстати, сейчас что-то никто не летит. Уже 4-я волна. Странно, странно. Неужели сейчас на меня никто не будет лететь? Никакие клоуны не будут ко мне приставать. Но если это так, это тоже очень хорошо будет. Очень-очень хорошо. Итак, давайте мы, наверное, вот так вот построим. Или давай вот так вот. Вот так вот гранатометчиков. И вот сюда мы поставим. Так, ставится. Так, давай. Опа, есть. Ой-ой-ой, нападают уже, нападают. Давай. Сейчас еще баррикады. Баррикады ставлю, ребята. Живите, баррикады в пути. Все нормально. Так, здесь пока живем. Но мне, конечно, прилетает вообще жесть. Просто воу. Давай еще сейчас поставлю баррикады. Есть. И давай, следующую волну я вызываю, сам пойду похилюсь немножечко, потому что здоровья, конечно, вообще маловато. Но это уже шестая волна, друзья, шестая волна. И я уже построил, в принципе, неплохо, так? Отстроил все башни, и сейчас построю вот баррикаду. У меня теперь остались катапульты. Катапульты я буду прям вот здесь вот строить все подряд. Вот так вот, и так, не хватает. Давай еще, мне надо чуть-чуть дерева. Все, и вот так вот, все, есть. Теперь хватает. О, смотрите, как здесь, конечно, все просело очень сильно. Но я восстановил здоровье, вроде нормально. Теперь все хорошо. Они прям, смотрите, кидаются камнями отсюда. Вы че? О, кто вам разрешал? Сейчас я вас здесь всех зарублю, монстров. Ну-ка, пошли вон. Есть. Все, я побежал хилиться. Побыстрее надо отхилиться. Ну да, смотрите, пока что вообще никто не летит. Никто не рискнул. Но давайте мы сейчас гранатометную башню будем, наверное, усилять. Ракетницы мы видели с вами. Теперь надо посмотреть, что у нас с гранатометной башней. Но она дешевле стоит на самом деле. И следующее усиление всего лишь 500. Так что очень даже интересно посмотреть, во что же превратится наша гранатометная башня. Ну, наверное, будет такая же, как и на картинке. Хотя на картинке вроде обычная. Ой-ой-ой, смотрите, сколько мне здесь урона-то наносят. Просто жесть. Ай-яй-яй. Так, давай уничтожаем здесь этих всех. И сваливаем, пожалуй. Я так улучшил. Ну-ка, давай последнее улучшение. Опа! Видали, какая башня у нас стала? Просто вся в гранатах. Вот, она, наверное, очень много урона будет наносить. Не знаю, надо посмотреть.
быть. И давай, еще у меня же катапульта есть одна, я забыл. Все, и давай, сражаемся теперь с этими, со всеми, и будем еще одну ракетницу улучшать. Ну все, я думаю, сейчас уж точно никто не пройдет. Ну, может, баррикады мои сломают, конечно, это будет плохо. Но в целом урона мне хватит на них всех. На всех этих засранцев. Так, правда, меня сейчас уничтожат, скорее всего. Но мы не сдаемся, уничтожаем здесь. Ай-яй-яй, все, я побежал. Понял я вас, понял. Все, и давай вот эту теперь башню улучшаем. И еще раз сейчас улучшим. Немножечко коины надо собрать, правда. И давай, все. И вот еще одно улучшение. Следующее 1200. Ракетница, конечно, намного дороже стоит улучшение. Прям в разы дороже. Так, здоровье восстановили. Отлично, смотрите, здесь просто невероятная армия клоунов. Жесть. И здесь вот эти еще большие ребята много урона наносят. Я уже почти что прям отвалился. И давай, следующую волну. Ну, прям босса вызываем. Босс, огненный демон. Босс идет сюда. В прошлый раз какая-то птица была, феникс. Ну-ка, давай уничтожаем. Ой-ой-ой. Все, у меня здоровья мало, надо бежать. Восстанавливать его скорее. Стоим и все, и смотрим, как справятся мои пушечки в этот раз. И смотрите, баррикады полетели, конечно, баррикады полетели. Ой, демон вообще там больно бьет. Ничего себе, смотрите, стреляют каким-то лазером по мне. Вау, вот это они разбомбили, мне здесь все разбомбили. Ну давайте я вас здесь тоже разбомблю, а то они застряли тут. Вообще просто жесть. Но все, в принципе, да, у меня столько предметов. И в этом вообще нет никаких проблем. Босс просто не знает, что делать. Вот так давай, пяу, стрелять чем-то. Его просто закидывает спокойно. И смотрите, невероятное количество урона он получает. И все, мы его победили, друзья. Это была победа. Мы его с легкостью уничтожили. Вообще по красоте получили 17 уровень. Можно отправляться дальше. Ты где, Джуза? Тебя ждет новый плейс. Нашел. О нет, только не снова. Не забывайте про лайки.